А что это за сверхсущность? Огромное рогатое чудовище, которое живет в самом низу бездны. Оно похищает у своих жертв сердца. Так вот, оно живет в самом низу этой седьмой планеты, вход в которую открывает дверь. Дверь? Да, дверь. Судя по легендам, за ней находится пространственная аномалия. Мне троих мало для того, чтобы сварить борщ. И хотелось вас оповестить о том, что я заберу еще одного человека. А совсем скоро заберут еще кого-то из нас. И мы не знаем, кого! Уверена, что это буду не я. Очень на это надеюсь. Ребята! Катя пропала! Что это? Это дверь. Вроде обычная дверь. Это та самая дверь! Тебя не смущает, что она стоит посреди коридора? Это комплекс «Крутые детки». А на эту огромную бабу надо больше сил! Надо было раньше так сделать. Почему мы раньше не додумались? Что ж, теперь никто и ничто нам не помешает. Что же вы наделали? Что ж, настало время все всем объяснить. Че? Ничего не пойму. Мы ж тебя грохнули вместе со всеми. Перемотаю время назад. Вам капец. Стойте. Ну что еще? Так я ж хотел кое-что рассказать. Ну не томи, рассказывай. Мы все своими действиями запустили смертоносный механизм. В смысле? Что ты вообще несешь? Да это он время, наверное, тянет. Нет, это очень важно. Ну раз важно, говори уже быстрее. Я думаю, вы все помните, что я инопланетянин. Ну да, но какое это имеет отношение ко всему, что сейчас происходит? Слушайте, вы все помните, что изначально я прибыл с миссией уничтожить Землю. Но на самом деле это не так. Я смотритель за вашей планетой. Моей миссией было смотреть за вами и за тем, чтобы не распространялась темная магия. А еще я должен был контролировать технологии будущего. То есть ты начал со мной встречаться только из-за миссии? А я-то думала, что у нас все было по-настоящему. Изначально все так и было, но потом, короче, мы отошли от тем. Смертоносный механизм запустился еще тогда, когда Виолетту Борисовну перенесли в этот мир, для того, чтобы она открыла портал для спасения темных магов. Именно с этого момента мы, инопланетяне с другой галактики, начали за вами наблюдать. Ну у меня ж ничего не получилось из того, что было задумано. Это вы так думаете. На самом деле, частичка этого зла осталась в этом мире. Причем навсегда. И как бы я ни пытался это искоренить, мне ничего не удавалось. Меня даже решили отозвать с вашей планеты. Вспомните наше расставание. Ребят, мне правда пора. Не поминайте лихом. Егор, ну как же так? Я вернулся, потому что вам грозила еще большая опасность. Какая? Что может быть страшнее того, что с нами произошло? Сейчас мы еще в большей опасности. Дело в том, что все параллельные миры связаны. Ваш мир, мир розовых зомби, мир темных магов, моя родная планета, планета монстров SCP, а еще планета монстров Тревора Хендерсона. Что? И у его монстров есть планета? Получается, он смог
смог открыть порталы и изучить эти аномалии? Он их не придумал? Нет. Это все правда. Все эти планеты неразрывно связаны между собой. Подожди, ты сказал, что нам всегда угрожала и угрожает опасность. Но почему? Миры хоть и связаны, но никому нельзя было перемещаться между ними. А вы в свое время вторглись в абсолютно каждый из шести миров. И теперь они открыты. И все это привело к тому, что может открыться портал на новую, седьмую планету. И что там плохого или страшного? А то, что на этой планете живет абсолютное зло. Сверхсущность. Ой, мамочки! Вот, и наша раса не знает, как остановить эту угрозу. А что это за сверхсущность? Огромное рогатое чудовище, которое живет в самом низу бездны. Оно похищает у своих жертв сердца. Так вот, оно живет в самом низу этой седьмой планеты, вход в которую открывает дверь. Дверь? Да, дверь. Судя по легендам, за ней находится пространственная аномалия. Мне опять очень страшно. Так, а ну-ка, хватит нас тут всех пугать. Да я вас не пугаю. Все, вот теперь может нас грохнуть, я все рассказал. Да как-то не хочется уже. Ладно, в этот раз вам снова повезло. Идите в школу. Да, проведем вам совместный урок, чтобы не расслаблялись. Серьезно? Урок? Вы издеваетесь? А что, от программы отставать нельзя? Да, поражаюсь логике наших учителей. Только что хотели нас грохнуть, а теперь хотят провести урок, чтобы не отставать от программы. Так, давай. Дамы, попрошу вас задержаться. Интересно, что за урок нам проведут эти недоучителя? Ну, не знаю. Может быть, расскажут о том, что делать, если твои учителя захотели тебя грохнуть. Ага. Ну, или о том, что делать, если ваши учителя – темные маги. Ну, или о том, как сохранять спокойствие, если откроется портал на какую-нибудь новую планету, и скоро всем капец. Вот, кстати, про седьмую планету реально страшно. Не бойся, я тебя защитю. От кого? От чудища, которое там живет? От кого надо будет? От того и защитю. Ну-ну. Слушай, а расскажи мне побольше об этой седьмой планете. Этого никто не знает, но судя по легенде, открывая эту дверь, ты попадаешь в другую реальность. Еще там есть какие-то столбы, и они уходят как раз таки вниз в логово этого чудовища. Жесть. А как оттуда выбраться? Это практически невозможно. Там не существует времени. Там можно пробыть несколько лет, думая, что ты находишься там всего несколько секунд. А вообще способы бороться с этим монстром есть? Ну, вроде есть. Говорят, что он боится серебряных пуль. Блин, я надеюсь, что эта планета никогда не откроется. Контролировать это уже не в наших силах. Что происходит? Где свет? Обычно ничего хорошего это не предвещает. Что ж, здравствуйте, тупые детки. Я наслышан о вас и ваших приключениях. Кто вы? Откуда этот голос? Сейчас это абсолютно не важно. Троих из вашего класса я уже похитил. Это же Эльграф, Даня и Тимофей. Нет, нет. Они сдались добровольно вместо кого-то из вас. Это излишний героизм. Так смешно. Они же знали, что отправляются на верную гибель. Бедные пацаны. Так вот, мне троих мало для того, чтобы сварить борщ. И хотелось вас оповестить о том, что я заберу еще одного человека. Это не обсуждается. А теперь разрешите откланяться. Аривидерчи. Это что сейчас было? Нам обязательно нужно найти пацанов, где бы они ни были. Из них хотят сварить борщ. Мамочки, что это вообще был за голос? Может, это очередная ловушка от Воблы, Дурича и Беатрисы? Сомневаюсь. Это точно не учителя. Возможно, это абсолютное зло. Этого нам не
еще не хватало. Я так вижу, тут никто не понимает, что делать. У них ребята, их надо спасать. А совсем скоро заберут еще кого-то из нас. И мы не знаем, кого. Уверена, что это буду не я. Очень на это надеюсь. Ребята, Катя пропала. Жесть. Нет, только не это. Почему именно она? Да, теперь нам нужно искать четверых. У кого-нибудь есть идеи? Идей нету, но нужно прямо сейчас начинать искать. Да, мы их найдем, несмотря ни на что. Так для чего мы ждем? Пойдемте искать. А как же урок? Что подумают Вобла, Дурьевич и Беатриса? Ты дебил! Если урок для тебя важнее, чем друзья, то оставайся. А мы пойдем пытаться хоть что-нибудь сделать. Я с вами, я тоже с вами. Егор, а что мы примерно ищем? Насколько я понял, тот голос — это и есть абсолютное зло. Значит, наши друзья там, на седьмой планете. А как нам попасть туда? Нам нужно найти портал, который выглядит как дверь, который перенесет нас на эту планету. Но в этой школе же много дверей. Ты хочешь сказать, что за любой из этих дверей нас ждет опасность? Мы что, можем погибнуть? Можем, но своих друзей оставить в опасности мы не можем. В принципе, ничего нового. Ищем, сами не знаем что, и где искать тоже не знаем. И кого-то, как обычно, надо спасать. Ага, годы идут, а ничего не меняется. Хватит бубнеть, мы обязательно спасем наших одноклассников. Смотрите, я что-то вижу. Где? О, а где восьмой? Неужели они обманули нас и разошлись по домам? Вот несносные дети. Надо было кого-то из нас с ними оставлять. Надо было, но уже ничего не исправить. Вот они у меня получат, когда в следующий раз на уроки придут. Да, это им с рук не сойдет. Егор, что это? Это дверь. Вроде обычная дверь. Это та самая дверь. Тебя не смущает, что она стоит посреди коридора? Неужели мы ее нашли? Ну что, все готовы? А что нас там ждет? Нас там ждет нечто ужасное! Никто не знает. Главное, что мы все вместе. Смотрите! Она открывается! На 3-4 шагаем. 3-4. Идеи нету, но нужно спидер. Ага, ну или о том... Чё? Или о том, что... Мамочки! Вот, и наша раса не знает, как остановить эту зло. Эту зло. Угрозу. Магомед, блин, соберись. Ой, мамочки! Вот, и наша раса не знает, как остановить эту угрозу. Чувствуем как. И именно с этого момента мы, инопланетяне, с нашей галактики... Из другой галактики.